То, что вы сейчас видели, яркие цвета, это был издалека Times Square, 42-я улица, наверное, самое знаменитое место в Нью-Йорке, хотя их много знаменитых, смотря чем, смотря зачем. А вот эти леса по всему городу, когда, блин, ремонт идет, здание внешний, то всегда леса эти ставят. Ну, чтобы ничего не упало на голову людям. А вот когда дождь идет, я думаю, люди радуются. Это вот такой вход в метро обычный. А, так это же 57-я. Я дал таксисту знак, чтобы он проезжал, потому что, в общем-то, он мне не мешал, пусть едет. Будет меньше мешать машинам сзади. Что-то тут так темно. Фонарь сломался, что ли, один. А, дальше все нормально. Чувак, явный лыжник. Это для лыж же штука. Так, ну все, вот я и пришел. Машина на месте, никто ее не угнал. Все, зашибись. Пора и ехать. А вот еще один интересный вид, типа такси в Нью-Йорке. Чуваки буквально работают ногами. Зарабатывают себе деньги. Так, мне, видимо, придется в этой пробке стоять. Ну ладно, что делать. Все. Поехали. Так, место маленькое. Но я отсюда, конечно же, выберусь. Ибо не впервой, естественно. Главное заднего не ударить. Но, в принципе, переднего тоже главное не ударить. Ну ничего. Это Нью-Йорк, ребята. Нью-Йорк. Место совсем маленькое. Ну, не совсем, нет, ничего. В принципе, может, я уже бы и вышел, но на всякий случай дам я чуть назад. Вот так. Так, что у нас там сзади? Сзади никого нет. Все, вперед и с песней. Ох, наснимал я, находился, вернее, тут пешком. По этому сумасшедшему, но клевому городу. Ну, опять же, жить мне здесь не хотелось бы, а вот иногда посещать можно так, для прикола. А вот еще парковка. Это место побольше. Ну, что делать? Оно мне не досталось тогда. Поедем-ка мы теперь уже. Сейчас поеду, заберу жену. И все. И вернемся обратно домой, в нашу деревню. В спокойствие, в тишину. Снежок у нас еще лежит. Я тут смотрю, снег уже растаял. Ой. Что-то я действительно упарился ходить. Хорошо так походил. Но теперь еще и в пробке постою. Ладно, я выключу камеры, чтобы вот так вот не тратить батарейку и все остальное. Как поеду быстро и нормально, так включу ее обратно. Так, сейчас хотелось бы, конечно, повернуть на 7-ю авеню и пролететь по ней. Но не знаю, разрешен ли поворот в ту сторону или нет. Я не помню. А, это же все-таки односторонняя улица. А, нет, это не односторонняя улица здесь. А, так что, возможно, поворот-то и не разрешен сейчас на 7-ю авеню. А жаль. Хотя вот что вот это такое?
О, это полоса для поворота. Отлично. Отлично, господа. Ну, таксисты наглеют. Впереди это тоже таксист. Видите, номера у него TLC. Ну, TC. Внизу там TLC написано. Только пока мы стоим, могу ли я приблизить? Вот. Это тоже таксисты, только другого типа. Не желтые, а такси по вызову. Они здесь называются car service. Ну, это такси по вызову, если по-русски говорить. Не по-брайтонски, а по-русски, то это такси по вызову. Так. Надеюсь, пробок уже здесь не будет. Все-таки это не Москва. Здесь по 10 баллов и на Яндексе я никогда не видел. Ну, во-первых, здесь и Яндекс пробки не показывает. Он только по России работает. А в местных здесь картах такой системы баллов нет. Но, видимо, не нужно. Таких пробок, наверное, нет. Не знаю. Так, ну что. Да, это поворот на 7-ю авеню. И сейчас мы... Я надеюсь, после следующего светофора... За этим светофором будет следующий. А потом мы должны нестись по зеленой волне довольно-таки шустро. И... Я, честно говоря, не знаком с тем местом, куда я еду. Я знаю примерно, куда мне ехать. Поэтому я сейчас включу GPS, но, естественно, слушать я ее безукоризненно не буду. Потому что если ездить здесь с GPS, с навигацией, если ездить по этому городу, то это можно, блин, упариться. Она по таким местам ведет. The destination is in the displayed direction. То можно просто застрять в пробках. Ну или просто как-то... Вот, налево, говорит, повернуть. Иди ты нафиг, мне прямо хочу. Он мне, походу, на каждой улице будет говорить повернуть налево. Не хочу я поворачивать налево. Отдыхай, пожалуйста. Не мешай мне. Я лучше тебя знаю, этот город. О, вот это другое дело. Я бы мог, конечно, здесь спокойно таксистом работать в этом городе. Потому что я, в принципе, кроме Рокфеллер-центра, конечно, где я до сих пор не могу с дырявой моей головой запомнить, где он находится. Кроме этого, в принципе, я знаю город хорошо. И могу доехать без карты практически куда угодно. Но на самом деле это же легко. Это же так легко все сделано. Так, что за тормоза? Ребята, перестаньте пить тормозную жидкость. А, это таксист, ну как всегда. Понятно. Здесь, в общем-то, легко, потому что авеню все идут 1, 2, 3, 4 до 12 с востока на запад. А улицы все идут с юга на север, тоже 1, 2, 3, 4. Ну, исключая Нижний Манхэттен, где сначала улицы идут с названиями, а потом, видимо, фантазия уже закончилась, но названий уже столько нет, и уже пошли улицы просто по номерам. 1, 2, 3, 4, 5. Ну и Бродвей идет, который пересекает весь Манхэттен вообще вдоль и поперек, ну, фактически по диагонали. И все улицы, которые находятся на западе от Бродвея, соответственно, западные, а которые на востоке, восточные. То есть, там, допустим, одна 12-я улица, она вроде как одна, но слева от Бродвея она западная, а справа восточная. Поэтому вам могут дать адрес, например, 12W, то есть, нет, какой-то номер, допустим, W 12-я улица. А может быть, и 12-я улица, то есть от слова East, ну, East и West. И это будут совершенно разные адреса, хотя совершенно разные вообще расположения, хотя номера домов могут совпадать. Может быть, допустим, там 400 из 12-я стрит адрес и 400 West 12-я стрит адрес. Пожалуйста, без проблем. И то существуют. Вот, и в этом случае, конечно, надо не ошибиться. И причем улицы все, нумерация улиц начинается от Бродвея. То есть ближе к Бродвею меньше цифра. Что на востоке, что на западе. Одинаково. Вот такие вот особенности нью-йоркские. Нью-йоркской жизни. Тут, как всегда, конечно, черти что.
движение большое. Вернее, очень много машин. Непонятно мне, по какому ряду-то надо ехать. Здесь два ряда, но как-то все это сходится непонятно во что. Ну ладно, пока просто прямо. Ой, у Макдональдса, блин, аж 4М. Одной мало, что ли? Одна большая и 4 сверху, 4 снизу. Нормально. Ой. Вот, кстати, справа стоит вот это вот, видите, Go написано. Это вот один из шаттлов, который возит людей из аэропортов в гостиницы, ну или в квартиру, ну или домой там. Людей за 18,5 долларов. Слева вон рикша едет. Был у меня один знакомый, работал на этой рикше. Зарабатывал он, в принципе, что-то там долларов от 150 до 250 в месяц. Но, ребята, эта работа реально ногами, физическая работа. Ты буквально крутишь педали целый день. Это, конечно, работа не для людей там уже в определенном возрасте. Да, для молодых ничего, временно там сколько-то лет, может быть, можно поработать, но это не карьера, естественно. Это нельзя делать всю жизнь. Хотя человек, которого я знаю, он даже бросил учебу и стал вот это вот работать, типа, о, много зарабатываю. Ну, не знаю, я считаю, что у него нет мозгов, потому что, ну, ты же не будешь вечно крутить педали. Нельзя так. Просто нельзя. В конце концов, ты выдохнешься, крутить педали уже больше не сможешь. Ну, как бы это его дело. Чем человек хочет, тем пусть и занимается. Это уже, конечно, в принципе, меня это не касается. По-моему, камера чуть-чуть криво стоит, но ладно, это не важно. Мы продолжим наш путь дальше. Ехать нам почти в китайский район, Китай-город. Как его здесь называется, это Чайнатаун. Ну, то есть Китай-город. Вообще, в каждом городе есть Китай-город. В каждом городе мира, наверное, есть Китай-город. И в Москве он есть. Везде он есть. Правда, в Москве, я не знаю, действительно много так китайцев живет или нет, но я не в курсе. А вот здесь, вот в Китай-городе, реально очень много китайоз. Очень много. О! Даже мент вот этот, который тут сейчас регулирует, у него тоже лицо азиатское. Еще не знаю, он здесь родился или это уже, или это приезжий иммигрант, но это, в принципе, не важно. Но азиатов, в принципе, здесь много, много, да. Так же, как и всех остальных. Ну вот мы почти проехали по всему этому Times Square. Навигация мне говорит ехать прямо, ну, в принципе, я с ней согласен, мы поедем дальше прямо. Потому что мне туда и надо. Вперед. Но вы понимаете, да, когда я еду за рулем, у меня все внимание, естественно, на вождение, поэтому я могу запинаться, говорить там всякие слова-паразиты, типа вот, ой, там, ну, вы знаете. А вообще мне нравится иногда ездить по Нью-Йорку, потому что я здесь делаю таксистов желтых. Так они вообще всех подрезают, самые типа крутые. Но я их делаю, и меня это прикалывает. Наглецов этих делать на улицах. Он думает меня объехать, а не на того напал. Мне это как-то так веселит. Так, вот мы уже и до 34-й улицы доехали. Человек побоялся начать переходить дорогу, пока не убедился, что я точно торможу. Но правильно делает, потому что на самом деле сумасшедших здесь тоже много. Поэтому, знаете, лучше переждать на 2 секунды дольше, чем быть сбитым машиной. Я тоже жду. Пока точно не вижу, что он останавливается, машина или что, я лучше подожду. Потому что ну его нафиг. Столько сумасшедших, это, блин, кошмар. Вот жалко, я укрепил камеру очень сильно, не могу показать, может, когда-нибудь в следующий раз. Но здесь, в Манхэттене, ну или на Манхэттене, как там,
тоже существуют выделенные... Тоже существуют полосы, выделенные полосы для общественного транспорта. Как в Москве. Но только единственное, на большинстве из этих полос все-таки нельзя ездить машинам с 7 утра до 7 вечера. А в остальное время можно. Ну и камеры уже недавно поставили тоже. Всяких умников фотографировать. Ну, тех, которые ездят по этим полосам общественного транспорта. Так, по крайним, конечно, рядам здесь плохо ездить, потому что постоянно такси останавливаются. И они останавливаются обычно, ну, прям посреди дороги. А пофигу им. Им так нравится, они останавливаются. Ну, там бывает, конечно, что места нет, но часто можно остановиться так, чтобы не мешать проезжающим машинам. Но их это мало беспокоит. Я не знаю, конечно, будь я... В их шкуре, может быть, меня это тоже бы давно не беспокоило, потому что, в общем-то, работа у них такая довольно стрессовая. То есть они мотаются по 12, по-моему, часов в день. Там, не знаю, 3 или 4 дня в неделю. Такси принадлежит какому-то одному хозяину, может быть, он даже ездит на этой такси, а в другое время он сдает эту машину в аренду кому-то еще. Так, повернуть налево, это какая улица будет у нас? Это у нас будет 23-я улица. Ну что, ну в принципе да, я согласен, ладно. Повернем налево. Так, велосипедист вообще лезет. Повернем налево. В этом случае с навигацией я согласен. Turn left now. Такая... Ну, я уже был в кармане на поворот налево, так что уже все. Передумывать уже негде было бы. Лимузин длинный едет. А, кстати, вот проехал этот Times Square, да? А здесь уже просто обычные улицы, то есть ничего такого... Таких вот сильно прям такого света яркого нет, витрин каких-то. Так, обычная улица. Автобусы. Вот некоторые даже вот двойные автобусы. Надо же. Ну не надо же, на самом деле я их видел много раз, они уже здесь давно. Так, джип этот не успокоится, все, никак не может в одном ряду спокойно ехать. Поворачивает без поворотников. Ну это нормально для Нью-Йорка, я в общем-то не удивляюсь. Я же говорю, Нью-Йорк это как Москва. Здесь очень много наглецов. И грубых бывает людей больше. Ну, это все в сравнении, конечно, но вот на дороге или просто вот люди, да, вот в основном, вот опять он пошел, в основном много, конечно, здесь гораздо большее соотношение грубых людей и хамства в Нью-Йорке, нежели за пределами Нью-Йорка, где-нибудь в любом другом месте. Ну, я не знаю насчет Лос-Анджелеса, потому что я не был там. Вот, но такие вот у меня наблюдения от путешествия в другие штаты. Везде люди такие приветливые, а здесь в Нью-Йорке не все приветливые. Здесь бывают такие угрюмые такие люди. Но здесь стресс у людей. Здесь люди на работу бегут. У них жизнь такая, в принципе, не позавидуешь. В деревне все спокойнее, где-то за городом, все спокойнее, люди никуда не спешат, они друг друга пропускают, они тебе покажут дорогу, если надо, все. Нет, здесь тоже таких навалом, но навалом и тех, которые, ну, очень угрюмые, их вообще лучше не спрашивать ничего. Есть и такое. Но просто здесь, вот в Нью-Йорке, их гораздо больше, чем где-то еще. Так, а, никто поворачивать не будет. Очень хорошо, можно ехать дальше прямо. Ну, вообще, это 23-я улица хорошая, широкая, но она и двухсторонняя. А, здесь находится Барух Колледж. Да, справа одно из зданий Барух Колледжа. И еще через один квартал налево тоже главное здание Барух Колледжа. Здесь, кстати, учился один из брайтонских так называемых блогеров. И когда он мне на форуме мне написал на вопрос, типа, где ты учишься, он написал на в самом, типа, лучшем заведении, не для девочек из Украины.
а в таком типа крутом. Я когда узнал, что он учится в Барух Колледже, я, конечно, так смеялся, блин. Это обычный городской, то есть государственный городской, городское учебное заведение. Оно неплохое, но, понимаете, как бы с таким гонором это было сказано, что я подумал, ну, человек, ну, претендует как минимум на Колумбийский университет. А оказалось, обычная Кьюни Барух Колледж. Колледж хороший. Но мне было смешно, потому что, я же говорю, претензии были явно на Колумбийский как минимум, не меньше. Ой, вообще, поржать так можно над нашими здесь иммигрантами. Такие понты, бывает, разводят. Блин, весело. А смотришь, когда узнаешь, ну, реальные вещи, как бы, что они из себя представляют, то это становится просто весело и смешно. Так, а мы едем дальше. Правда, сейчас придется встать из-за того, что здесь поворачивают. Я, конечно, вовремя не предусмотрел, что здесь машины мигали. Я, конечно, попробую сейчас влезть. А, уже и не надо. Давай, давай, таксист. Перестань пить тормозную жидкость. Так. Куда? Ах ты засранец. Turn right now. Так, он мне говорит повернуть направо сейчас. О-о-о. Не, направо мне уже сейчас повернуть не получится. Потому что я уже не смогу. Хотя, может быть, если попроситься. Может быть, и пропустят. Да, включу-ка я поворотник и попробую. Попробую все-таки повернуть. Может, мне все-таки пропустят меня. Ну да, в принципе, пропускают. Все равно все-таки людей добрых хватает. Вот я даже вот так немножко сделаю. Никому не помешаю. Может, это чуть-чуть нарушение, но я никому не помешал и никому не сделал плохо. Ну все. Продолжаем путь-дорогу. Надо же, GPS-то пишет, навигация пишет, что мне 3 минуты осталось, что мы уже приехали. Чуть я думал, я как-то подальше. А еду я в так называемый алфавитный район. Кто слышал, это небольшой райончик в, почти в Нижнем Манхэттене, не совсем в Нижнем. Почему он называется алфавитным районом? Потому что там есть авеню, которая называется A, B и C. Ну, как алфавит. A, B, C. Авеню A, авеню B, авеню C. Ну, и вот за счет этого потом район получил даже уже официальное, в принципе, название Alphabet City. То есть алфавитный район. Алфавитный город, если дословно переводить. Ну, в нашем случае, я думаю, все-таки это район. Но называется Alphabet City. Что, в принципе, прикольное такое название. Вот туда я и еду. Сейчас скоро уже закончится наша поездка. И буду я с вами, дорогие друзья, прощаться. Turn left in 900 feet. Да. Здесь я снова согласен, потому что именно туда мне и надо. На 12-ю улицу. И вот, как я говорил, вот где-то вот здесь вот East 12-я улица. А, 12-я здесь не в ту сторону. Так, значит, мне придется на 11-ю. Ой, почему здесь две 12-х улицы? Я не понял. Так, фиг поймешь этот город, честное слово. Я там видел табличку 12-я, и здесь 12-я. И обе East. Кошмар. Ну все, дальше уже прямо. Здесь вообще обычные жилые райончики. Обычные такие квартиры, в основном дома старые, по 100 и больше с лишним лет. Так, все. Ох, какие кочки. Большой город, ребята. А, нет, еще не совсем все. А вот здесь вот лежачий полицейский. Че, успею я на светофор или уже ни за что? А, успел. На желтый это не нарушение. Во всяком случае, у нас здесь считается это не нарушение. You have reached the destination. The destination is on the left. Destination is on the left. Так, где у нас здесь? Destination. Medical center. Так. А, вот этот дом. Сейчас на гидрантике я встану. Ну все, ребята.
Сейчас моя жена выйдет отсюда, надо будет ей позвонить. И мы поедем домой, в нашу деревню. Встать только хочу подальше, чтобы никому не мешать. Ну и зеркало, чтобы мне не протаранили. Ну все, ребят, счастливо, до новых встреч.